Всем привет, дорогие коллеги! С вами Шишкина Екатерина и проект Faberlic Online. Сегодня я расскажу вам про новинки женской обуви. Итак, первое, о чем пойдет речь, это женские кроссовки. Справа мы видим кроссовки женские, цвет белый, красный, размер 35, артикул 88-50-13, срок годности не ограничен, состав, верх текстиль, искусственная кожа, подкладка текстиль, стелька текстиль, а подошва Ева. Давайте рассмотрим эту модель поподробнее, поближе. Итак, кроссовки хорошо сгибаются. Здесь у нас сеточка, достаточно мягкая шнуровка. Они очень симпатичные на вид. Проделываем то же самое со второй парой. А теперь посмотрим, как они будут смотреться и удобно ли будет в них ходить. Что я думаю по поводу этих кроссовок? Значит, они удобные. Стопа будет дышать, потому что здесь есть сеточка. Шнуровка такая. Шнуровка удобная. Там. Все с ними замечательно. Итак, а мы с вами переходим к следующей модели. Давайте рассмотрим аннотацию. Модель кеды женские, цвет белый-желтый, размер 35, артикул 88-49-71. Состав верх искусственная кожа, подкладка текстиль, стелька текстиль, подошва ПВХ. Итак, рассмотрим детальнее. Итак, переходим к следующей паре. Модель кеды женские, цвет белый-голубой, размер 35, артикул 88-49-78. Состав. Верх искусственная кожа, подкладка текстиль, стелька текстиль, подошва ПВХ. Что хотелось бы вам показать, это чехол для обуви. Давайте рассмотрим аннотацию. Итак, защитные чехлы, сапожки на обувь. Материал ПВХ, пластик, размер 36-42, сделано в Китае. А, артикул 11-71-8. Так. Ну вот это достаточно такие высокие сапожки, в которых можно посещать, допустим, больницу. Они одинаковые, достаточно мягкие, и с ними идут вот такие ремни. Они достаточно красивые. Мне на самом деле очень нравится. Шнуровка такая же удобная. Колечки для нее здесь есть. Подошва мягкая. Ступать удобно. Что я еще могу сказать? Их можно одевать не только с брюками, например, с джинсовой юбкой. То есть они подойдут не только
в спорте. То есть тут прямо с джинсовой юбкой вообще будут классно смотреться. Кстати, да, они подойдут не только для брюк, но и даже для юбок, каких-то красивых нарядов. Может быть, даже с платьем летним, что-то такое. Цвет темно-синий, размер 35, артикул 88-49-99, срок годности не ограничен. Состав: верх текстиль, подкладка текстиль, стелька текстиль, подошва Ева. Давайте рассмотрим эту модель поближе. Перейдем ко второй паре и посмотрим аннотацию. Кроссовки женские, цвет желтый, размер 35, артикул 88-50-06, срок годности не ограничен. Состав: верх текстиль, подкладка текстиль, стелька текстиль, подошва Ева. Удобности, в принципе. Я думаю, в них можно побегать спортом, позаниматься, они такие спортивные. Ну, то есть, если предыдущие у нас были достаточно милые и красивые, то эти, я думаю, подойдут к спорту. И у них есть еще вот эта выемка, за счет которой они бросаются в глаза. Когда ты на них смотришь, это их солнечность, радостность. Прям очень подходит для весенней коллекции. К ним, в принципе, применимо все, что мы сказали. Я сказала. Все, что я сказала к предыдущей паре. Они точно такие же спортивные и точно такие же удобные. Мы переходим к третьей паре. И это кеды женские. Давайте рассмотрим зеленые поподробнее. Начнем с аннотации. Итак, кеды женские, цвет зеленый, размер 35. Артикул 88-49-85. Срок годности не ограничен. Состав: верх искусственная кожа, подкладка текстиль, стелька текстиль, подошва ПВХ. Итак, давайте же посмотрим на них поближе. И смотрим аннотацию. Итак, кеды женские, цвет красный, размер 35, артикул 88-49-92, срок годности не ограничен. Состав: верх искусственная кожа, подкладка текстиль, стелька текстиль, подошва ПВХ. Давайте рассмотрим их поближе. Итак, кеды женские, цвет красный, размер 35, артикул 88-49-92, срок годности не ограничен. Состав: верх искусственная кожа, подкладка текстиль, стелька текстиль, подошва ПВХ. Давайте рассмотрим их поближе.
Я найду свое положение в пространстве. Пам-пам-пам. Первое, что, конечно, хочется отметить, они выглядят достаточно красиво. Но насколько они выглядят красиво, настолько же чисто для меня они неудобны. Потому что они выпадают. Выпадают. Мне птичка напела, что это достаточно прогулочная такая, романтичная обувь. Но я не думаю, что мне будет действительно удобно. Но смотрятся они красиво. Еще у них есть такая вот резиночка. И тут тоже есть резиночка. И... ну, не стильная, конечно, красивая, но неудобная. В принципе, они точно такие же, как и предыдущая красная пара. И что хочется добавить, сказать про них, что их легко будет надеть. Однако я все еще придерживаюсь мнения, что носить их будет не очень удобно, как по мне. Просто потому, что они спадают. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и до следующих встреч.